После того, как мы завершили реализацию проекта, для клиентской оптимизации мы можем пойти и включить оптимизацию CSS и JavaScript. Сперва посмотрим, какое количество стилей и скриптов у нас подключается. Как видим, у нас подключается достаточно много файлов, стилей и скриптов. В платформе есть встроенная возможность объединять файлы и даже минимизировать. Это ускорит загрузку страницы. Теперь включаем объединить CSS файлы, объединить JavaScript файлы, подключать минифицированные версии CSS и JavaScript файлов, создавать сжатую копию объединенных CSS и JavaScript файлов. Всего в несколько кликов сделали заметную оптимизацию. Все, мы реализовали сайт. Точное время, которое нам потребовалось на реализацию этого сайта, вы видите у себя на экране. И вы вполне способны сделать подобный сайт за такое же время, а возможно, что и быстрее.